bana intikimli diye geçiri bölgün kırma var. И мне сказала, я приехал домой, купил какой-то магнитик, пару раз принял, у меня все это прыщи, прыщи пошли, даже на неприличном месте. Вообще я не знаю, купить-то я купил таблетки. Сказали задержки будут. Не скоро вы будете. Нет, так пока я тренировалась. Ну, начнем.
Слушай, а вот кто тут это начальник сегодня? Кирилл распределяет ответы и интервью. Сохар Лунера? Как его? Я забыл. Не прозвучали из вас деньги, то не прозвучали. Меня все монетки забрали. А вот монетки забрали. Ну давай я тебе дам. Ну, давай, монетки. Нет, просто у меня это как бы кошелек. Давай, разве правильно, будет? Неправильно. Вот, правильно. Это ты дашь вверх. Это неправильно, конечно. Я прием выбираю. Что выбираю? Прием. Так, Валентина, ты не против, если кто-нибудь посмотрит, чтобы написать? Нет, я хочу все этот самый. Тут, да, чтобы это как по правилам. Как Сохарев зовут? Будут спорные вопросы, всех ищите. Oh.
первый мужчина, первый. Сейчас тянется в игру, пройдет. Да ладно, если есть лето, какая-то замазать надо лето, что потом-то? Thank you.
новая подача.
Я могу вообще. Я чисто сидел, что крикнул. Говори, что другого следа нет.
Кто показывает и это? Ирина, ты чего, не видишь, что ли? Я там свет залил, не подать. Хорошо, вторая подача. Просто вы меня встречаете. Вы не видите, я кричу. Не, ну видите. Обе не видят. Почему? Ну вы же не попали в площадку. Давайте три. Так не зачем. Ну, по правилам. Ну так. Если не попал, давайте три мяча. Дают, странно.
говори, что? Ну так вот. А то потом возьмите и скоро. Блин.
военный, недалеко. Это для нее залетели. Да, может, подумать, я тут не это тоже молчу. А если не поверили на меня? Ау! Мы объявляем. Да, вы молчите. Ну что же, судья? Я тоже не могу играть. У нас судья на скандале. Извините, потому что здесь у вас есть комментарии. Никто ничего не говорил. Все, ребята, ну оставьте. Вот судья. Просто один скандал. Я не помогу. Я не объявляю. Я помогаю. В случае, если вы объявляете. Ну, правило, правило такое. Извините. Ну, извините. Вы ничего не сказали, просто комментарии каждый раз мне уже заставляют. Нет, не мешаю. Просто будьте наблюдательны. Как на всех выборах. Объявляю, что не стану.
Перехода нет у нас, да? Перехода нет. А вы в парке зовут? Да. Ну, что вы видите? Да. Вот один раз, как я получил номер. Привет, во время перерыва я могу что-то скандальчить, не скандальчить, я имею право. Вот хоть счастье. Вот хоть это. А я все равно. Только не надо еще минуты. Между что-то не 3 минуты, а не минуты. Я хотел бы надо убивать. Рогатки, как говорила Стас Бендер, рогатки. Приходит, ничего не видит, начинает говорить. Ну, пожалуйста, дайте настроиться на матч, пожалуйста. Да, вы слишком громко разговариваете. Ну, пожалуйста. Ну, я-то ухожу, вы мне не даете ухожу. Ну, не даете. Не надо выводить.
это мне Стива, да? Видно? Ну, если поможет, то хорошо.
сказал, что все, все, все. Ничего не имеет права. Вот есть, да-да-да. Нет, 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 ровно в линию я попала, не надо заходить. Она правильно свет показала, да? Хорошо, все, спасибо. Там просто завет, а в этом дисплее. Ты куда пошел, что ты дошли? Куда ты вот? Переход отдохнуть-то минуту дают.
Thank you.
Ну, вы сейчас опыты закончите. Нет, не закончится. Как он закончится? Как он закончится? 40-40. Так а почему вы пить тогда пошли? Выиграем, выиграем. Успокойтесь, ради бога. Как можно успокоиться, когда вы не играете, а выигрываете за счет скорой? Ну, скорость-то есть. У вас нет скорости. Это же теннис. Видите, пожалуйста, скор, да? Я поняла, что ваша задача вывести психологически. Соперники, ваши супруги.
третий сет, а ты что слышишь? Ты выдаешь отсюда 30-0, вдруг. Да, а там взяла бы и очко а себе. А что ты хочешь? Так я говорю, я говорю, 30-0, а она опять. Как это разница? 30 или 40? Ни за что, отдаешь 15 очков сама. Так играй. Ну не играй. Играй. Как она-то при чем? Она, как это при чем? Она забирает тебе очко. Ты понимаешь? Она забирает очко, а ты хлопаешь еще одну. Она топ-гейм выиграла, ладно. Это... Нет, гейм выиграла, это понятно. Забыла счет. Это же элементарная подлость, понимаешь? Нет удара, да, потому что боишься играть своей игрой. Ты не умеешь иначе, как своей игрой, поэтому... Ну и что? Ну и что? Ты играй, как будто вот ты играешь на... Как тебя учат. Ты играй, как будто играешь на мозгу. Там тоже такие... У тебя так великолепно. Она хорошо... Ни одного удара. Ни одного удара нет. Я не узнать, это спасибо, по-другому твой удар. Вот. Где твой удар? Сама, лёгкий, у тебя же это а отсюда, где твой удар? Все, взялась, молодец. Бросил. С такой подлостью взять просто очко, я не как бы... Нет, ну она это как бы, ну... Есть возможность. Как она? Есть возможность. Не, ну чтобы взять наглое очко. Она играет, это понятно. Один не играет. Почему здесь играет? Она естественно, верит, только говорит, что все плохо. Нет, я бы не сказал, что все плохо. Она решила, она еще стоит очко. Так можно, 40, почему не работает? Уже маленькая хитрость. Это не теннис, а подлость. Это какая хитрость? Это если ты такая хитрость, я понимаю, что это хитрость. Попал или не попал, а то очко. А раз ты пришла, значит 15. Тебе, ну блин, вообще. Хоть что и тут она лезет. Они сейчас играли, это пошло замечание. А это пошла воды попить. Ну да. Пьет пока воду, она уже забыла, что еще гейм-то еще не да. А до этого прием как это, все гейм закончится. Ну, типа, ну, нет, да, причем вот она, ну ты по ней не играешь, где она? Что ты на ее-то не играешь? Я же не играю. Ты играл? Ну, я не играл, ну, мне мандраж. Ты давай играй. Мне мандраж. Я не играл. Знал, даже играться. А ты перенесла это? Сядь отдохни, попей водички, а соберись. Она пошла 30 часов. Она пошла 30 часов. А что она сколько пришла? Уже впереди, говори поражение, все дела. Саш, ну при чем? Она так будет. Слушай, ну я не хочу выигрывать такой стиль. Знаешь, она играет, я не играю. Она хочет выигрывать, я понимаю. Она выигрывает, да, я не выигрываю. Ну, она тут при чем? Блин, пожалуйста. Не хочу, я устала. Вот поэтому ты должна переход так отдыхать, ясно? А ты это, что-то это, переход, пошла туда, где столько все, посиди, собраться, водички попить, пот вылить, какую-то паузу сделать, эти большие. Тут нет, тем более, что если нет игры, тем более ты должна паузу подвинуть. А ты прямо стремишься играть, прямо второй год. Ничего заканчивать. Мы тебе говорим, ну, Саша, что ты можешь. Ты можешь. Она тоже устала. И она устала, она хуже тебя не ударит. Она очень боится. Очень боится. А тебе не надо бояться. Обязательно ты понимаешь. А что тебе бояться? Подумай.
Так, ноги бегают, ноги бегают. Это в этом. Не в этом. Это ты себе сейчас смешаешь, не в этом дело. Не в этом дело. Ну какой же комп, ты был первый, ты сейчас выиграла. Как ты говоришь, что ты не сомневаешься? Уже начала разыгрываться, уже удары стоят. Стало бегать на пол. Я не скандалил, я говорю, давай, видите, чуть резко, я попробую. Нет никого. Что ты такая, не знаю, ну как, ну... Что это нервирует? Я тебе говорю, ну давай, давай. Да там, а чего это, 15 минут, что ли? Не знаю. И она пошла отказ писать себе. Да, 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 пожалуйста, не мешайте мне. И за вас, может быть, еще и все забуду. Считается, все, я с вами, у меня сильно. Пожалуйста, выйдите отсюда, выйдите скоро. Выйдите с корта, уйдите с корта. Первый раз в жизни такой. Я так вот такая, чего лети, кто где стоял, кто где стоял. Я стояла здесь. А она там, да? А, тогда перекрестка. Тогда все правильно. Тогда все правильно. Боже, какой недоброжелательный, как будто какой-то корову проигрываем. Вот будет трендец.
первую укороченную получить.
Александр Николаевич, окей. И минуту можно сидеть. Посидеть как-то. Oh, my God.
30-15. Какой по одному? 2-1. 2-2. А, 2-1. 2-1, ребята, мы 3-1 сыграли. Переход. 2-1. Вы просто переходы уже не делаете. 2-1? Да, 2-1. Она впереди. Она первый гейм выиграл, ты второй выиграл, сейчас третий выиграл. Ты первую проиграла? Я твою подачу выиграла. Правильно. И вторую подачу тоже выиграла. Нет. Ты что, заслуживаешь? Нет, не было. Счет 1-1 был. Ты сама говорила, 1-1 счет. Как я путаю? Я два раза подавала. Ты и должна была два раза. Три гейма, два раза ты подала. Я обе твои подачи. Она один раз подала, ты два раза. Три гейма. А значит, 2-1, 2-1 сколько? Было. Сейчас 2-2 еще. Что вы не знаете? Что ты путаешь-то? Правильно все? Ну, ладно, пусть будет 2-2, только ради бога. Нет, 2-2 и путает еще. Все, да тут все это самое. Я уже не знаю, кому верить, что тут это самое. Все наоборот. Давайте я тут еще. Кать, ты первую свою подачу проиграла. А потом ты ее выиграла подачу. Я тогда переходила, 2-1 было. Там мячик выкатился. Мяч выкатил. Нет, я к тому, что отдать надо. Вот, Борис, по очереди. Давай, 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 давай.
А сейчас какой большой счет? 2-3. Это не середина, у вас переход. Не видит.
По 15. Вот это со счета зимы, как можно так играть? Пятнадцать сорок. Я не путаю, я как раз говорю, что есть. Да нет, я сказал 15. Нет, нет, мы испутали. Не то услышал. Все, 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 все. 15-40, да. Громко, ясно говорю. Аут! Вторая подача. Три, три. Перехода нет. Перехода нет. Воды воды попить можно. Нет, попить можно воды. Нельзя. Разрешает. Нельзя. Поправить амуницию и попить воду. А ты как долго готовишься к подаче? Мне же ничего не говорят. Ты вон ушла на 15 минут. Подожди, я по правилам все равно. Пожалуйста, соблюдайте правила. Сейчас у нас нет никакого питьевого режима, понимаете? Так питьевого нет. А глоток да. Есть. И глоток не делаем. Нет, нет, не надо. Потому что стоит. Ну это лишнее вы. Заводите себя, зачем? Не надо. Давай. Слушай, прекрасно сыграл я там. Прекрасно. Три-три. Сетка, первая подача.
на машине? Ну да. Подбрось курс. Да, ну у вас там место. А я делаю протянутый, я не кричу. Жалко, да? Ну, на хозяйство. Потому что ты запретил это бюро, что жалко. Это таких ляп, что на то не будет. Аут! Второе подачи. Аут. Пятнадцать тридцать. Аут. По 30. Подала прям в линию, блин. Аут. Аут. Гейм. 3-2. То есть 4-3 впереди Валентина. Поставь этим склеротиком. Можешь минуты отдать. Я там крикну. Как еще? Это очень хороший фильм сыграл. Очень хороший. Валентина, ваша подача. Ваша подача. Мячи сзади. Мячи сзади. Четыре три. Можно. Ноль пятнадцать. Чуть-чуть, да. Сейчас
По 15. Oh. Пятнадцать тридцать. Правильный мяч. Попал. Все, так, не иди, все, уже хорошо. Не, прямо в линию. Ровно. По 30. Тридцать-сорок. Ровно. Ай, ну, дорог, вас не поборешь, что ли? Ровно. Было 30-40 ровно. Меньше. Это моральное действие. Но надо быть готовым, только бегаем. Вот достанем. Thank you.
все в одну сторону. Ау! Готовы? Ноль пятнадцать. Ноль тридцать. Аут! Не поняли? Я на реакции, что попадаю. Нет, баба. Пятнадцать, тридцать. Сетка, первая подача. Сетка, первая подача. Сетка, первая подача. Сетку заделай, попала в свой счет. Не надо, уже сыграли когда. Какая сетка первая? Да я крикну два раза. Коля, я два раза крикну. Валя, я крикну сразу. Сетка, первая подача. Я сразу после. Во время сразу же крикнула сетка, первая выиграла в дни сетки. Я тоже крикнула сетка. Я не играла, потому что была сетка. Валя, вы что? Я громко, ясно крикнул. Сразу, как только задела сетка, первая подача. Она не слышала, она сыграла и все. А это ей и начало крикнуть. Поэтому так и получилось. 15.30. По 30. Чем сразу сказал ты? Мгновенно. Вторая подача. Аут. Стоп. Аут. Чуть-чуть. Так мысль была хороша. У меня точно такой же противник был, я проиграл. Вот точно такой же. Только мужского пола. 30-40. Oh!
Гоут берешь, зачем? Да? 5-4. Ну, спит, отдыхать не нужно. Я не могу тебе сказать, что аут раньше времени. Берешь аут, да, сделай. Четыре, пять, четыре. Сетка, первая подача. Сетка, первая подача! Ё-моё! Ноль пятнадцать. Аут! Пропадает, не кидает ни одного удара, и все равно махнет. Вот что обидно теперь. 15. Аут.
16:30. По 30. По 30. Да-да. Первый мы подали. Павлов, я вам показал вот сколько, правда? Как мне, Валя, это вторая. Я вот показал, что это вторая песня. Она вспомнила, но она вспомнила. Oh!